Привет, Ютуб, привет. Вот она, красочка. Обратился человечек, встает, и надо срочно покрасить. Вот такую красоту. Заглушечку встает. Вот, уже не помню, когда я красил, но надо сделать быстро и естественно. Хорошо. Я взял скотч Брайтом, прошелся. Вот он, триемовский. Вот. Подмыл ее спиртиком. Сейчас загрунтуем мы ее, и потом базой и лочком. Я думаю, все будет нормально. Грунточек у нас вот такой. Хамелеон. Ну а перед ним я сейчас немножко положу все-таки пластификатор. Грунт тоже есть, праймер такой светлый. По пластику я им дуну с пистолета. Вот, для того, чтобы грунт хорошо на ней лежал и растекался. И так далее. Потому что по пластику, все-таки пластик он более капризный, чем железка. Надо все-таки стараться соблюдать технологию. Вот, загрунтовали двумя грунтами. Вот, тут ее даже зачищать не надо. Она такая, чуть-чуть, как в шагреньку получилась мелкую. Вот, сейчас дунем базой и потом лачком. И будет порядок. Вот, скрыли, посушили, лачок высох. Вот такая красота. А, на солнышке как заиграло. Вот так быстро. И сравнительно по себестоимости недорого можно сделать. Покрасить заглушечку. Все быстро делается, сохнется. Вот да, немножко мусоринки есть. Ну что делать? Это в базе мусоринки были. Тут уже, как говорится, мы не виноваты. Вот такой быстрый ремонтик. Все, как говорится, счастливы. Быстро и красиво. 15-20 минут и деталька покрашена.